заместителя председателя Межгосударственного союза городов-героев Ткачев Алексей Семенович. Уважаемые друзья, что хотелось бы сказать. Сотрудничаем мы с уважаемым Ахатом уже давно. И я где-то думаю, что я все знаю. Больше того, мы его везде представляем. По его жизненному пути можно историю изучать. Служил в армии, на самых таких ответственных участках. После этого отдал себя, как мне казалось, полностью общественным, гуманитарным проектам. Здесь тоже преуспел. У нас говорят, где Ахат, там победа. И я думал, что все это нам, ну, что тут уже дополнить. И вот, получив такую книжечку по листам, понятно, что тут есть и другая сторона, ну, и медали, не знаю, может быть, это как-то неэтично сказано. И здесь он нам раскрылся по-другому, что это очень тонкий человек, что это философ, что, ну, Ахат Газизович, нам радостно, что в Татарстане у нас такой полномочный представитель. Это его должность в Межгосударственном союзе героев. Недавно, ну как недавно, да в общем-то недавно, он представлял в городе трудовой доблести и славы Северодвинске. И так он расположил к себе общественность этого города славного, что сейчас у меня поручение от главы вручить медаль «Помним» за сохранение исторической памяти Отечества. Прекрасно. Вот, я вам не буду сказать. Мне было поручено вручить это в торжественной обстановке. Вот я считаю, лучшего момента мне и не придумать. А подписал Герой Советского Союза Крамаренко? Нет, нет, это не Крамаренко, это наш, он все подпишет. Это вам, да, это вам от Северодвинского руководства, города Северодвинска. От мэра города Северодвинска. Да. Кстати говоря, я в Северодвинске прослужил 18 лет. Ну да, конечно. Подводник. И почему нужно не было бы становиться городом?